сотрудники ГАИ открыли дорогу проспект Чуй в восточном направлении. Вот мы видим начальника ГУВД Бишкека, Азамата Тахтаналиева, где там ведет толпу за собой. Сотрудники УПСМ оттесняют граждан с дороги. Дорога сейчас закрыта в западном направлении проспект Чуй. Частично открыта дорога в восточном направлении. Что-то вот горит. Можно просто сломалась машина. Зеваки. Основная красивая толпа, это вот где находится.